Здравствуйте, вы смотрите новости 5 канала, в студии Кристина Кущи. Вначале коротко о главных темах. Болят суставы. Выездная клиника ортопедии и УЗИ из Красноярска скоро в нашем городе. 1 сентября в Канск приедет клиника ортопедии и УЗИ контроля из Красноярска. Такие мероприятия с казачьей молодежью именно основаны на патриотическом воспитании. Енисейское войсковое казачье общество внесено в реестр государственных казачьих обществ Российской Федерации. Полицейскими Канска задержан житель Абанского района, подозреваемый в обмане. Как выяснили оперативники, 17-летний житель Верхоманаша приобрел в Канске за 39 тысяч рублей ВАЗ-21093. Не имея права управления, юный автомобилист рискнул и самостоятельно поехал из города в родное село. Но тут же попался экипажу ДПС. Госавтоинспекторы установили не только факт отсутствия у него права на управление, а также страховки и каких-либо документов на транспорт. Ведь сделка купли-продажи прошла по устной договоренности. Автомобиль был изъят полицейскими и помещен на штрафстоянку. В отношении состоявшегося водителя инспекторы по каждому выявленному нарушению составили административные материалы на общую сумму порядка 10 тысяч рублей. Пытаясь вызволить вас, потерпевший через группу автомобилистов в мессенджере нашел объявление, в котором предлагались услуги перегона транспортных средств. Обратившись за помощью, исполнитель заверил парня, что решит проблемы с легкостью и попросил за оказание услуги 10 тысяч рублей. Желание поскорее разрешить ситуацию взяло вверх, и несостоявшийся водитель выполнил требования. Но в обозначенный день не дождался ни исполнителя, ни своего ВАЗа. Отменить сделку и вернуть деньги тоже не получилось, так как спасатель попросту стал недоступен. Поэтому житель Верхоманаша обратился в Канский ОВД. В ходе оперативно-розыскной деятельности полицейские установили и задержали подозреваемого, ранее не попадавшего в поле зрения правоохранителей, 18-летнего юношу из соседнего района. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Енисейское войсковое казачье общество внесено в реестр государственных казачьих обществ Российской Федерации. Оно объединяет казаков Красноярского края, Хакасии и Тывы. Как живет енисейское казачество сегодня, узнаете далее. Казаки всегда служили Отечеству и охраняли его рубежи. В настоящее время енисейские казаки несут государственную службу в сотрудничестве с правоохранительными органами, Министерствами лесного хозяйства, экологии и рационального природопользования, сельского хозяйства, Агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края. С 2022 года приоритетная задача енисейских казаков – участие в специальной военной операции. Бойцы казачьего батальона «Сибирь» не только героически сражаются, но и помогают населению новых регионов. Делятся продуктами, делятся водой. Те, кто больной или ранен, стараются эвакуировать. Еще одна важная задача казачества – патриотическое воспитание молодежи. У нас за год проходит около 25 мероприятий с казачьей молодежью, именно основанные на патриотическом воспитании. Самые значимые из них – войсковой этап всероссийской игры «Казачий сполох», слета казачьей молодежи и слета «Готов к труду и обороне», где ежегодно принимают участие около 60 человек. Там они доказывают, что достойно ехать от нашего войска на всероссийский этап этих игр. В Красноярском крае развивается система непрерывного казачьего образования. Программы с казачьим компонентом реализуются в Кедровом кадетском корпусе, в казачьем кадетском корпусе на базе Потесовского техникума транспорта и сервиса. В ассоциацию вузов, преподающих казачий компонент, входит Красноярский аграрный университет. В крае действуют 27 казачьих классов и 7 казачьих групп в детских садах, 9 казачьих молодежных центров и 3 казачьих центра поддержки добровольчества. В культурной жизни края заметным явлением стали казачьи фестивали: взятие снежного городка, чемпионат Сибири по рубке шашкой, фестиваль казачьих семей «Саянский острог». На всех крупных мероприятиях региона работают площадки, где казаки рассказывают об истории и традициях енисейского казачества. Служение трем вещам – отечеству, казачеству и вере православной. Вот если хоть один элемент исключить, это уже не казачество. Без православной веры это просто любая другая, но не русская армия. Без казачества это уже просто солдат, а не казак. А без отечества это уже просто какой-то наемник.
казачество вот в этих трех аспектах складывается. Енисейские казаки наряду со всем российским казачеством стремятся к развитию в разных сферах, бережно передавая от старшего поколения младшему свои ценности, воспитывая настоящих патриотов, готовых встать на защиту Отечества. Прямо сейчас вас ждут новости Канского района, а сразу после небольшой рекламы смотрите блок коротких новостей. Также мы расскажем о погоде на неделю и другую полезную информацию. Не переключайтесь. Владимир Пивказак из Хаёрина воспитал настоящего бойца. Сергей Макаров, временно исполняющий полномочия главы Канского района, вручил жителю Хаёрина Владимиру Пивказаку благодарственное письмо. Его подписал командир военной части, в которой служит сын Владимира Алексеевича Олег. Об Олеге отзываются как о мужественном бойце, хорошем боевом товарище, способном быть примером для сослуживцев. На полях Канского района продолжается уборочная. По информации, на понедельник 26 августа аграрии убрали 28% зерновых от запланированного. На полях трудятся 55 комбайнов крупных сельхозпредприятий и фермеров. В лидерах уборочная АО «Канская сортоиспытательная станция», ЗАО «Большеуринская» и ОАО «Племзавод Красный Маяк». Собери ребенка в школу. Канский район участвует во всероссийской акции. Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям-участникам СВО и детям из новых регионов. Специалисты администрации Канского района, клубные работники помогают собрать все необходимое для учебы. Так, 11 рюкзаков, наполненных канцелярскими принадлежностями, отправят в Свердловск. Помощь получат и местные ребятишки. Спортсмены из Чичуула поучаствовали в красмарафоне «Жара». Петр Черных из Филимонова и Ирина Какаулина из Астафьевки стали участниками традиционного забега. Петр Анатольевич, тренер из Филимонова, пробежал полумарафон длиной в 21 километр, заняв второе место. А Ирина выбрала дистанцию в 10 километров. По материалам, предоставленным СМИ Канского района. Только 29 августа в ГДК пройдет выставка свежего алтайского меда. Большой ассортимент свежего меда. Пенсионерам скидка. Город Канск, городской дом культуры, улица Ленина, 10. Работаем с 10 утра до 17 часов вечера. Время выгодных предложений. Санаторий профилактории «Березка» в городе Зеленогорске объявляет снижение цен при заезде с 25 августа по 16 сентября до 35%. Санаторий «Березка» – ваш партнер в мире здоровья. Магазин «Рассвет» предлагает ворота из профлиста собственного производства для частного сектора и дачных участков. Ворота разной ценовой категории – эконом, стандарт, арочные. Выбери свой понравившийся цвет. Не жди изготовления, забери сразу. Всегда в наличии все виды открывания. Наше производство может изготовить по вашим индивидуальным размерам, по желанию заказчика. Предлагаем евроштакетник, забор из профлиста. Магазин «Рассвет» предоставляет рассрочку на 3 месяца. Каждый покупатель магазина «Рассвет» сможет выбрать свой вариант понравившихся ворот. Установка ворот с гарантией от магазина «Рассвет». Также к сотрудничеству приглашаем реализаторов. Для дилеров спецпредложения. Экономь свое время и деньги с магазином «Рассвет». Наш адрес: район дач «Рассвет», улица Центральная, Труддом 1. Телефон 8-983-507-73-13. Красноярский магазин выплатит клиенту миллион за бракованную видеокарту. Продавец вышел к потребителю на разборки с пистолетом. Покупатель взял деталь для ПК за 70 тысяч, но она сломалась. Попросил заменить на такую же, магазин отказался. Сотрудник был таким настойчивым, что отстаивал честь компании с оружием. Разбираться в ситуации пришлось суду. Теперь конторе придется платить в 13 раз больше. На севере Красноярского края сотрудники регионального министерства экологии осмотрели участки почти 50 природопользователей и выявили более 30 фактов нарушений природоохранного законодательства. В большинстве случаев отходы лесопиления складировались навалами на почве. На некоторых производствах отсутствовали площадки временного накопления для опилок и горбыля. Такие навалы представляют пожарную опасность. Они способны неожиданно самовозгораться. В одном только Бакучанском районе суммарная площадь зафиксированных отходов лесопиления составила более 145 тысяч квадратных метров. В Кежемском районе проверка проводилась в отношении предпринимателей, которым Министерство экологии уже предъявляло претензии за несоблюдение природоохранного законодательства. Мониторинг более 10 объектов показал, что практически никто из них не принял меры к ликвидации опасных несанкционированных свалок. По итогам повторных проверок Минэкологии направит исковые заявления в суд. Если предприниматели не устранят нарушения, речь может идти о лишении лицензии на осуществление деятельности.
В национальном парке Шушинский бор на юге Красноярского края сфотографировали редкую водоплавающую птицу с красными глазами – красношейную поганку. Вид занесен в красные книги Международного союза охраны природы России и Красноярского края. Красношейная поганка – водоплавающая птица размером с черка, масса тела около 300-500 граммов. Это очень редкий пролетный вид на водохранилище Саяно-Шушинской ГЭС в пределах Саяно-Шушинского биосферного заповедника и горного кластера национального парка Шушинский бор. Гнездится красношейная поганка отдельными парами или небольшими группами. Гнезда плавучие или устроенные в прибрежных зарослях осоки, иногда на кочках. Птенцы появляются в третьей декаде июня, становятся самостоятельными через полтора месяца. Отлет в сентябре, место зимовок точно не установлены. Ученые предполагают, что они расположены на водоемах Центральной Азии и в ряде провинций Юго-Восточного Китая. Минутка про здоровье. В Канск с визитом 1 сентября в ближайшее воскресенье приедет клиника ортопедии и УЗИ контроля из Красноярска. Прием ведет кандидат медицинских наук. Болят суставы? Выездная клиника ортопедии и УЗИ из Красноярска скоро в нашем городе. Хирург-ортопед, кандидат медицинских наук, выполнит блокаду коленного, тазобедренного, голеностопного, плечевого сустава и поясницы. А также внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты производства Кореи, Китая, Швейцарии. Устранит острую боль, снимет отек и воспаление. УЗИ сосудов и всех внутренних органов. Консультация входит в стоимость. Внимание! Все манипуляции проводятся под контролем УЗИ. Только сейчас цены 2020 года. Любое УЗИ 2000 рублей. Любая блокада всего за 6500 рублей. Не упустите возможность попасть на прием и записать своих пожилых родителей. Звоните прямо сейчас 8-908-012-2206. И в завершении выпуска о погоде. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, неделя окажется пасмурной и дождливой. И только во вторник синоптики обещают солнечную погоду. При этом дневные температуры будут держаться в диапазоне от плюс 17 до плюс 22, а ночные от плюс 8 до плюс 14 градусов. Порывы ветра будут достигать от 5 до 7 метров в секунду, а в субботу ветер усилится до 10 метров в секунду. На этом наш выпуск завершен. Если вы стали очевидцем интересного события и хотите этим поделиться, сообщите в нашу редакцию по телефону 2-35-65. Ну а теперь смотрите рубрику «Полезно знать». С вами была Кристина Кущ. Всего доброго. До свидания. Магазин «Трактор Деталь» приглашает к сотрудничеству руководителей сельскохозяйственной и лесной отрасли, компании, владеющие спецтехникой, фермеров, а также всех любителей тракторов и автомобилей к длительному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы обеспечиваем качественными запчастями всю восточную группу районов. С нами надежно. АО «Красэко», поселок Хайрюзовка, требуются водитель погрузчика автомобиля, телефон 8-933-996-1674, электрогазосварщик, телефон 8-929-333-89-93, электромонтер 8-929-333-89-93, слесарь, телефон 8-929-333-89-93, кочегар, телефон 8-929-333-89-93. Магазин «Домашний». У нас найдется все. Свежее мясо, свинины, курицы, говядины, яйца, крупы, мука, корма, фрукты и овощи, а также одноразовая посуда и бытовая химия. Работаем для вас с 8 до 9 вечера, без обеда и выходных. Наш адрес – город Канск, улица Володарского, 1.